Более 10 миллиардов тенге в этом году было выделено на развитие малого и среднего бизнеса в Кустанайской области. Результат не заставил себя долго ждать. Только за полгода в регионе начинающие предприниматели и те, кто расширил свои производства, увеличили выпуск продукции на 20%. Артем Грапов продолжит. Свое ателье жительница Рудного Гульнур Омарова давно мечтала открыть. Получила грант в 3 миллиона тенге. Первым делом купила оборудование своей мечты – компьютеризированную вышивальную машинку. Работу в ателье получили 5 человек. Ежедневно шьют по 2 костюма. Качество в приоритете. А потому местные клиенты походом в магазин предпочитают индивидуальные заказы. Заказов много. Шьем не только для своего города и области. Очень хорошо сотрудничаем с Астаной, Алматой и Карагандой. Клиенты находят нас по интернету. В ближайшее время планируем увеличить модельный ряд и продолжим работать по новым технологиям. Сейчас, согласно официальной статистике, в регионе успешно работают чуть больше 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а трудятся там почти 160 тысяч человек. По данным областной палаты предпринимателей, желающих открыть свое дело становится больше. К примеру, в этом году бизнес-курсы окончили больше 2000 человек. Здесь порядка 80-85% это те проекты, которые реализуются в сфере сельского хозяйства. То есть животноводство, значит, и откорм, и молочные, какие-то мини-товарные фермы, которые уже как бы встраиваются в те сбытовые цепочки, которые мы сейчас активно отрабатываем. Благодаря мерам государственной поддержки за последние 4 года выпуск продукции субъектами малого и среднего бизнеса региона вырос почти на 50%. Артем Грапов и Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, Хабар 24.